Радиоуправляемые самолеты, скворечники, часы и рюкзаки для детей, наборы бытовой химии для родителей, продукты для всех. Такие подарки в честь Дня защиты детей приготовлены для 25 семей, проживающих в округе. На доставке в качестве волонтеров депутат Красногорского совета и общественный деятель. Мы совместно с брендом «Бивай Бабайга». При этом есть у нас ряд партнеров, как сеть магазинов «Галамарт». Мы по территории России по максимуму стараемся поддержать все семьи, многодетные, малоимущие, через общественный корпус, через общественных депутатов, депутатского корпуса и администрации. Совместно мы как бы коммуницируем всевозможные идеи, проекты и таким образом поддерживаем эту историю. Семьи выбирали через социальную защиту, нам администрация предоставила списки тех семей, которые остро нуждаются. Ну и в принципе на своем округе, второй округ, это Школьная, Первомайская, Советская, различные улицы, также Павшинская, по-моему, мы не верим, ну процентов на 60 мы сами знаем, кому надо вести. Ну так как это мой округ, у меня помощники владеют этой ситуацией. Роль волонтера примеряет и королева красоты. Победительница конкурса «Леди Вселенная» тоже будет вручать презенты красногорским семьям. Мы делаем добро, и я думаю, то, что никогда не нужно выбирать между какой-то акцией, нужно всегда поддерживать всевозможными способами людей. Мы надеемся, что наши подарки подарят немножко счастья, радости и улыбок детям. В числе получателей семья Аллы Третьяковой. Она воспитатель в детском саду. Без работы провела больше месяца. Супруг вдвое дольше, говорит Алла. Потому такая поддержка очень кстати. Спасибо огромное, конечно. Да, очень рады, все, спасибо огромное. Организаторы не намерены ограничиться одним мероприятием. Планируют сделать их регулярными. Следующая благотворительная акция уже намечена на День знаний, 1 сентября.